42-летняя Наталья Бочкарева беременна. Звезда сериала «Счастливы вместе» станет многодетной мамой. Бочкарева больше не скрывает округлившийся живот. Она продолжает выходить на сцену, но в ближайшие месяцы уйдет в декрет. Актриса находится в ожидании третьего ребенка. Отцом ее ребенка является бизнесмен по имени Роман, уверены коллеги. Он часто сопровождает актрису на светских мероприятиях. Влюбленные тайно зарегистрировали отношения в 2020 году. Дети звезды от первого брака с адвокатом Николаем Борисовым, 15-летний Ваня и 14-летняя Маша, хорошо приняли нового избранника мамы. А вот с родным отцом отпрыски не общаются. После развода мужчина не помогает им финансово. «Я не отношусь к тем женщинам, которые подают на алименты. Мол, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Всегда старалась все делать сама, чтобы не быть никому обязанной и должной», отмечала актриса.